Нагус и Мартин Продакшнс представляют. Великие тайны и мифы 20 века, которые пора узнать миру. Тайна Титаника. 15 апреля 1912 года, на пятый день своего плавания, затонул океанский лайнер «Титаник». В этой катастрофе погибли 1523 пассажира и члена команды. «Титаник» нашли только через 70 с лишним лет. Подводные аппараты, оснащенные мощными импульсными лампами и телевизионным оборудованием, были спущены на глубину 3700 метров, чтобы раскрыть тайну самого знаменитого кораблекрушения. «Титаник» был гордостью английской морской компании White Star Line. Длиной в 3 футбольных поля, водоизмещением около 66 тысяч тонн, он мог взять на борт 2230 пассажиров. У него был двойник, пассажирский лайнер «Олимпик», от которого он практически не отличался. Оба корабля были построены в Белфасте на верфи «Херленд» и «Вульф». «Олимпик» первым из двух гигантов сошел со стапеля 20 октября 1910 года. Для его спуска на воду потребовалось 23 тонны смазки. Через полгода, 31 мая следующего года, после того, как «Олимпик» был готов к своему первому плаванию, на воду был спущен «Титаник». Через несколько минут он плыл по реке Леган, чтобы быть отбуксированным в док для оснастки. В тот день в толпе было много важных персон, в том числе американский магнат Джон Пирпоинт Морган. White Star считалась английской компанией, но ее основным владельцем через международную компанию торгового флота являлся Морган. Безопасность «Титаника» обеспечивалась, во всяком случае теоретически, наличием 15 водонепроницаемых переборок. Они были разной высоты, но все, по меньшей мере, на 2,5 фута превышали уровень ватерлинии. «Титаник» был сконструирован так, чтобы держаться на плаву, если любые из 16 отсеков окажутся заполненными водой. Журнал «Shipbuilder» назвал «Титаник» практически непотопляемым. Другие журналисты были менее осторожны в своих оценках. «Титаник непотопляем», утверждали они. Если же все-таки случится невозможное, на «Титанике» было 20 спасательных вельботов, способных взять на борт чуть меньше максимального числа пассажиров и экипажа. Это полностью соответствовало правилам, которые не менялись с 1894 года и основывались на тоннаже корабля, а не на реальном числе людей. На трансатлантической линии White Star случались аварии. 20 сентября 1911 года, менее чем через месяц после своего первого плавания, близнец «Титаника» «Олимпик» столкнулся с бронированным крейсером Королевских военно-морских сил «Хоуком». Форштевень крейсера сделал 2 большие пробоины в корме «Олимпика» и сильно повредил его винт и гребной вал. Оба «Левиафана» были вынуждены вернуться в Белфаст для ремонта. Это заняло почти 7 недель и обошлось White Star в 250 тысяч фунтов стерлингов, 1/6 стоимости строительства лайнера. Как только «Олимпик» снова вышел в море, он налетел на обломок затонувшего судна и потерял лопасть винта. Ему пришлось вновь вернуться в Белфаст для ремонта.
2 апреля 2012 года, после успешных ходовых испытаний, «Титаник» вышел из Белфаста в Саутгемптон, чтобы принять на борт пассажиров и отправиться в свой первый трансатлантический рейс. «Титаник» не был полностью укомплектован пассажирами. В Саутгемптоне на борт поднялось около 1000 человек. 427 ехали первым и вторым классом, 495 – третьим. Тем не менее, конструктор «Титаника» Томас Эндрюс писал с борта корабля своей жене: «Почти все каюты «Титаника» заняты, и, полагаю, корабль должен принести прибыль своей фирме». В момент отплытия из Саутгемптона на «Титанике» находилось много важных персон. Но самый важный человек, Джон Пирпоинт Морган, отсутствовал. В последний момент он отменил свою поездку, сославшись на нездоровье. Первая остановка была во французском городе Шербуре, где на борт взошли еще 244 человека. 20 счастливчиков, которым нужно было лишь пересечь Ла-Манш, сошли на берег. Среди пассажиров первого класса было много очень богатых людей. Полковник Джон Джейкоб Астер, стоивший 30 миллионов долларов. По теперешним деньгам это миллиард. Бенджамин Гугенхейм, член знаменитой иммигрантской американской династии. И президент компании Мейси в Нью-Йорке Изидор Страус с женой. В одной из кают для миллионеров бесплатно расположился Джозеф Брюс Исмей, управляющий компанией White Star Line. Более скромно устроились пассажиры третьего класса, большей частью иммигранты, собиравшиеся начать в Америке новую жизнь. Ни один из пассажиров «Титаника», разумеется, не подозревал, что глубоко внизу, в одном из бункеров корабля, горел уголь. Он воспламенился несколько дней назад, но это не привлекло внимания инспекторов, которые осматривали лайнер в Саутгемптоне. Капитанский мостик мерил шагами Эдвард Джон Смит, лучший капитан компании White Star и самый высокооплачиваемый моряк в мире. Его годовое жалование составляло 1250 фунтов стерлингов. В его задачу входило командование всеми новыми судами White Star Line во время их первого плавания. После этого рейса он собирался уйти в отставку. Смит излучал спокойствие и уверенность в себе, а между тем именно он был на мостике «Олимпика» при столкновении с «Хоуком». Он же командовал «Олимпиком», когда тот налетел на обломки. И когда «Титаник» покидал Саутгемптон, Смит вел его с такой скоростью, что едва избежал столкновения с лайнером «Нью-Йорк», который был вынужден выбирать якоря. После погрузки и выхода из Шербура «Титаник» зашел в Куинстоун на юго-западном побережье Ирландии. Там он принял на борт еще пассажиров и забрал почту. Затем он поднял якорь и в 13.30 11 апреля величественно вышел в Атлантику. В соответствии с указаниями Джозефа Брюса Исмея, капитан Смит вел корабль в район скопления Пакового льда. Прошедшая зима была одной из самых холодных за последние годы. Многочисленные айсберги откололись от ледяной полярной шапки и дрейфовали по Атлантике, влекомые лабрадорским течением. Маршрут, предписанный «Титанику» компанией White Star, проходил к югу от района, где обычно скапливались льды. При нормальных погодных условиях этот курс был вполне безопасен. Но льды продвинулись значительно южнее, чем предполагал капитан Смит. Несмотря на это, Джозеф Брюс Исмей явно поставил перед собой цель добраться до Нью-Йорка быстрее, чем это удалось близнецу «Титаника» — «Олимпику». Набирая скорость, «Титаник» плыл навстречу опасности. В воскресенье 14 апреля капитан Смит получил первое из 6 сообщений о ледовой опасности. Второе предупреждение, полученное от радиста корабля «Балтика», Исми молча положил в карман и сообщил о нем только в штурманской рубке лишь через несколько часов. Между тем «Титаник» все больше углублялся в опасную зону. Последнее сообщение было получено в 22.30 от корабля «Рапаханок». Только что прошел мимо большого скопления льда и нескольких айсбергов. С мостика «Титаника» с помощью сигнальных ламп было подтверждено, что сообщение получено и принято к сведению.
Тем не менее, «Титаник» плыл, не сбавляя скорости. На наблюдательном пункте «Титаника» вперед смотрящий Фредерик Флит напрягал глаза в поисках льда. В таких случаях положено пользоваться биноклем. Но Флит, забираясь на обледенелую мачту, не прихватил его с собой. На небе блестели звезды, море было гладким, как мельничная запруда. Отсутствие ветра еще больше затрудняло обнаружение айсберга, который легче распознать по набегающим волнам. Флит заметил его слишком поздно. В 23:40 он увидел впереди темный предмет, быстро увеличивающийся в размерах. Предупреждающий удар колокола прозвучал для «Титаника» похоронным звоном. Куски льда запрыгали по третьей палубе между мостиком и полубаком. Хотя старшему помощнику удалось развернуть корабль влево, через 40 секунд айсберг пропорол правый борт судна, сделав в нем 90-метровую пробоину. Стоящий на мостике второй помощник Чарльз Лайттоллер почувствовал легкий толчок и услышал скрежещущий звук. Айсбергу, воняющему тухлой рыбой, потребовалось 10 секунд, чтобы вскрыть «Титаник» как банку сардин. Главный конструктор лайнера Томас Эндрюс с капитаном Смитом спустились вниз, чтобы осмотреть повреждения. 5 из водонепроницаемых отсеков «Титаника» были заполнены водой, и она уже заливала 6-й. «Сколько у нас времени?» – спросил Смит. «Часа полтора, возможно, два, не более», – ответил Эндрюс. Как ни странно, потребовалось целых 15 минут, прежде чем мощная радиостанция «Титаника» послала в эфир первую серию сигналов бедствия. Прошло еще 25 минут, прежде чем поступил приказ приготовить спасательные шлюпки, и только в 00:55 первая из них была спущена на воду. Когда Бенджамину Гугенхейму стало ясно, что «Титаник» не спасти, он пошел в свою каюту и с помощью слуги переоделся во фрак, заявив, что хочет умереть как джентльмен. Несмотря на приказ сажать женщин и детей в шлюпки первыми, жена Изидора Страуса, Ида, отказалась покинуть мужа. «Как мы жили, так и умрем вместе», — сказала она. Джон Джейкоб Астер попрощался со своей беременной женой и отошел назад, чтобы ждать смерти. Трагедия «Титаника» усугубилась тем фактом, что команда ошибочно полагала, будто шлюпки нельзя спускать на воду с полной загрузкой. Многие из них были спущены наполовину пустыми, и офицеры, вооруженные пистолетами, не подпускали к ним пассажиров. Это была страшная и невероятная картина. Над ярко освещенным кораблем взлетали сигнальные ракеты. Сквозь рев пара, которые спускали, чтобы не взорвались котлы, прорывались звуки корабельного оркестра, игравшего весь свой репертуар от рэгтайма до религиозных псалмов. В 1:55 последняя шлюпка отвалила от борта лайнера. Оркестр играл гимн «Прими меня, Господи». 1500 пассажиров и команда, практически все мужчины, остались на корабле. Но среди них не было Джозефа Брюса Исмея, который спрыгнул в шлюпку вслед за женой. В 2:18 по полуночи началась смертельная агония «Титаника». Сперва он встал на нос и на мгновение замер. А затем все быстрее стал погружаться в воду, что заставило сотни людей на палубе броситься к корме. Со страшным шумом лопнула одна из труб и полетела в воду, увлекая на дно людей, плавающих в ледяной воде. Затем стали один за одним взрываться котлы, разрывая корабль изнутри. Его огни, продолжавшие гореть благодаря героическим усилиям корабельных инженеров, наконец погасли. Воздух, скопившийся в кормовых помещениях, продержал корабль на плаву еще несколько минут. Затем корабль скрылся под водой, и наступила тишина. Не менее 16 судов услышали сигналы бедствия «Титаника», в том числе сигнал СОС, который был недавно принят на международной конференции. Но лишь один пассажирский пароход «Карпатия» на всех парах поспешил к месту катастрофы. Капитан «Карпатии» Эдвард Ростон на скорости 24 узла ринулся сквозь льды к месту гибели «Титаника», пуская в воздух сигнальные ракеты. Ростон принял на борт уцелевших пассажиров.
всего 705 человек, и взял курс на Нью-Йорк. Капитан Карпатия Ростон стал героем дня. В английской прессе обсуждалась слишком высокая скорость «Титаника» и недостаточное количество спасательных шлюпок на борту. Корабли вышли в район бедствия на поиски тел погибших. Лишь спустя неделю кабельное судно «Маки Беннет» подобрало тела 306 человек. В Лондоне, в соборе Святого Павла, прошла поминальная служба по погибшим. Было так много народу, что тысячи людей толпились на улице, не имея возможности войти внутрь. Было проведено два расследования, американское и английское. Американцы постарались объяснить смерть своих многочисленных соотечественников некомпетентностью англичан. Для английского расследования была характерна постоянная путаница между «Титаником» и «Олимпиком», а также споры о том, где точно затонул «Титаник». Также выяснялось, существовало ли действительно таинственное судно, которое якобы прошло мимо «Титаника» в момент катастрофы. Многие сомневались в его существовании, но только не Ева Харт, спасшаяся с «Титаника» со своей матерью. Ее отец утонул вместе с кораблем. «Я с горечью подтверждаю, что там был корабль, он прошел совсем рядом, мог прийти на помощь и не пришел». Вскоре появился и козел отпущения. Капитан Калифорнии Стэнли Лорд. Его судно дрейфовало всего в 20 милях от «Титаника», рация была выключена, и сам Стэнли Лорд заснул, но некоторые матросы видели вспышки сигнальных ракет. Впрочем, это случилось за 50 минут до того, как «Титаник» затонул. Калифорния в любом случае не успела бы прийти ему на выручку. Тем не менее, до конца своих дней капитан Лорд считал себя виновным в гибели сотен людей. В отличие от Джозефа Брюса Исмея, спасшегося на шлюпке, хотя очень многие считали его косвенным виновником гибели «Титаника». Исмей жаловался, что он подвергся настоящей обструкции со стороны прессы. Но ведь именно он постоянно вынуждал Смита поддерживать высокую скорость и игнорировать предупреждения о ледовой опасности. Наводит на размышление и тот факт, что судовой журнал «Титаника» утонул вместе с кораблем. Было ли это результатом неразберихи или же... то была умышленная попытка скрыть свидетельство вины Джозефа Брюса Исмея. Если бы «Титаник» шел медленней, он бы мог избежать столкновения с айсбергом. Он бы не затонул и в том случае, если бы врезался в айсберг носовой частью. Но пробоина в его борту была в том месте, где плиты обшивки из малоуглеродистой стали приобрели хрупкость из-за холодной воды. В корпусе «Титаника» сидело 3 миллиона заклепок. В момент удара многие из них, находящиеся под ватерлинией, лопнули. Существовала еще одна смелая теория, что затонул вовсе не «Титаник», а «Олимпик». Мол, корабли-двойники было несложно заменить один на другой во время второго ремонта в Белфасте в марте 2012 года. Злополучный «Олимпик» был сильно поврежден в результате двух своих аварий. Почему бы не заменить им полностью идентичный «Титаник» и не послать «Олимпик» в плавание через Северную Атлантику? В случае аварии на оживленном маршруте всегда можно рассчитывать на то, что пассажиры и команда будут спасены проходящими мимо кораблями. Возможно, во время британского расследования эксперты осматривали именно «Титаник», думая, что это «Олимпик». Если такой обмен имел место, это была бы самая громкая страховая афера всех времен. Джон Пирпоинт Морган был достаточно жестким человеком, чтобы санкционировать такое отчаянное мероприятие. Он отменил свое путешествие на «Титанике», сославшись на состояние здоровья. Но через несколько дней после катастрофы Морган в полном здравии проводил время на французской ривьере со своей любовницей. Однако смелая теория лопнула на 94-м году, когда были подняты со дна и тщательно исследованы обломки «Титаника». У «Титаника» был номерной знак 401. Когда был поднят со дна штурвал, на его бронзовом основании обнаружили номер 401. Не осталось никаких сомнений, что на дне океана покоится именно «Титаник», окруженный предметами, уцелевшими после катастрофы.
Сотни жертв, покоящихся на дне океана и на кладбище в Галифаксе, безмолвно вопрошают, как могло случиться, что непотопляемый гигант «Титаник» в первом же рейсе пошел ко дну. Он казался триумфом технической мысли, символом господства человека в материальном мире. Но материальный мир, представший перед ним в виде айсберга, погубил его, доказав несовершенство его конструкции. Гибель «Титаника» была и результатом чисто человеческих ошибок, преступное пренебрежение капитаном Смитом сигналами опасности, а также гордыня и безрассудство Джозефа Брюса Исмея обрекли корабль. Кроме того, легенда о непотопляемости погубила многих пассажиров «Титаника». Они не торопились занять места в спасательных шлюпках, плохо отдавая себе отчет в реальной опасности. Когда они ее осознали, было уже поздно. Композитор Де Вольф. Монтаж Криспин Джулиан. Автор сценария Робин Кросс. Продюсеры Филипп Нагус и Джонатан Мартин. Фильм озвучен фирмой СВ Кадр на тон студии Мосфильм по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1997 году.